Почти 1000 приписок за 2020 год выявил фонд медстрахования в медицинских организациях Карагандинской области. Это услуги, которых на самом деле не было, но деньги за них поликлиникам перечисляли. В результате в фонд возвращено около 4 миллионов тенге. Что грозит медучреждениям за искусственную накрутку приемов и как к этому относятся карагандинцы? Сейчас на прямой связи с нами наш корреспондент из региона Вера Шеллер. Здравствуйте, студия. Да, действительно, за 2020 год специалистами фонда медстрахования было выявлено 890 приписок. По факту не было ни приемов, ни сдачи каких-то анализов или диагностики в кабинетах УЗИ. За неоказанные услуги фонд медстрахования снял с оплаты больше 3,5 миллионов тенге. Как выяснилось, зачастую такие приписки выявляют и сами пациенты, как это случилось с карагандинкой Анной Дябиной. Несуществующие приемы к врачу девушка дала комментарий о том, что приемов не было, с ней на связь вышла поликлиника и умоляла написать заявление о том, что никаких претензий она не имеет. Я написала, проголосовала, что я не была на этих приемах. И через несколько часов мне перезвонила медсестра с нашего участка. Она рассказала, что не знает, к сожалению, почему так произошло, но на тот момент, когда вот эта врач общей практики, у которой я якобы была, она работала, но не работала сама медсестра. И меня попросили написать расписку о том, сфотографировать, отправить по WhatsApp, что мне объяснена ситуация, и я не имею никаких претензий. Как показали прошлогодние итоги, случай с Анной не единственный, когда поликлиники искусственно накручивают себе статистику оказанных услуг. Кроме того, специалисты также отмечают, что были выявлены и другие нарушения со стороны медучреждения области. К примеру, эксперты фонда социального медицинского страхования обнаружили больше 53 тысяч дефектов по качеству и объему оказанных поставщиками медицинских услуг. В 45% случаев это необоснованный отказ пациентов в лечебно-диагностических процедурах. Затем это 24%, это накрутка оказанных услуг, и в 20% случаев это неправильное оформление документации. Жалоб в прошлом году поступило в фонд порядка 595, они все, в общем, рассмотрены. В этом году за два месяца уже 83. Эксперты, работая в информационных системах, анализируя оказанный случай или оказанную услугу, выявляют какие-то несоответствия, нарушения стандартов здравоохранения. И в зависимости от характера нарушения применяется код дефекта. Общая сумма штрафов по нарушениям в медицинских организациях составила 548 миллионов тенге. Хочу отметить, что это только в Карагандинской области. Работу поликлиники и других медучреждений фонд мониторит ежедневно. И в случае выявления дефектов поставщикам услуг дается 45 календарных дней на устранение нарушений. В противном случае последуют меры уже финансового взыскания. У меня все. Передаю слово студии. Спасибо, Вера. А вот